Всем привет! С вами установочный центр ПК Авто. Мы находимся в Toyota Prado, новенький 2020-2021 года. Пробег 20 тысяч и установили магнитолу на андроиде. Производитель Воми 464, 8 ядер, серия FX, есть слот под симку, CarPlay, DSP процессор, QLED экран. Экран 10 дюймов, очень огромный. Давайте по штатным функциям. Комплектация у нас с круговым обзором. Включаем заднюю передачу, включается штатный круговой обзор. Все эти парковочные линии, все поворачивается, как и должно поворачиваться. Режимы меняются, как и должны меняться. Естественно, работает штатный USB и штатная кнопочка View в принудительное включение кругового обзора. Нажали, и у нас включилась передняя камера. Также можно поставить авто, будет переключаться передняя-задняя. Вид сбоку и выключаем. Теперь по самой магнитоле. Кнопки на руле все полностью работают. Громче-тише, следующий, предыдущий трек. Кнопочка Mode переключает нам между приложениями. Становится жарко. Клиентская флешка играет, очень громкий звук, сильный бас, высокий, вообще все круто. Это причем эквалайзер сейчас находится по дефолту, стоит. Он настроит, еще лучше будет. Ну, естественно, Яндекс.Навигатор. Магнитола сейчас подключена к нашему Wi-Fi. Клиент ставит сим-карту, либо подключит режим модема со своего телефона, и без проблем все будет ловить. Всегда нажали кнопку, завелась машина, все, поехали, интернет всегда есть. Ну и точку доступа подключить — это 2 секунды. Так, климат выключить, off. Wi-Fi уже клиентский подключен, плохо ловит, но тем не менее, поехали в Raiffeisen Bank. Микрофон, громкая связь хорошая, музыка через Bluetooth также очень хорошая. Есть, естественно, разделение экрана, два квадратика нажимаем, правда, у нас один Яндекс открыт. Например, открываем себе телевизор, он загружается, онлайн-телевидение через интернет, высокое качество, 1 000 000 каналов, бесплатно. Но нужно рекламу некоторую посмотреть по 15 секунд, но есть кнопочка пропустить, и пропускаем. Чуть стягиваем шторку, два квадратика нажимаем, Яндекс держим, налево ставим. Справа выбираем, ну, например, онлайн-телевидение. Что было открыто, то выбираем справа. Пожалуйста, разделение экрана. Надоело, белый ползунок берем и на весь экран либо телевизор, либо в другую сторону Яндекс.Навигатор. Рабочий стол меняется, любая картинка, любые приложения, куда хотите, двигайте. Также на рабочий стол можно вытащить любые приложения, которыми будете пользоваться. YouTube, телевизор. Этот виджет, например, можно удалить и добавить виджет. Мне нравится это. Погода, быстрый доступ к Яндекс.Навигатору. Погода, пробки и маршрут домой. В целом, по магнитоле рассказали все. Если у вас какие-то есть вопросы, вы можете переходить по ссылке в описании, задавать их нам. Мы с радостью на все ответим. Всем пока.